хорошая информативная игра. Результат, конечно же, и расстроил немного. Но, в принципе, у нас сегодня в обороне играло два новых футболиста. В принципе, мы ожидали, что будут некоторые проблемы возникнут. Но надо сказать, что большую часть матча мы владели инициативой, создали больше моментов. Мы свои моменты, к сожалению, не реализовали, а «Авангард», к сожалению, реализовал для нас. Вот это отсутствие реализации, что это? Потому что было 4 мяча в предыдущем поединке, а вот сегодня как-то ноль. Да нет, ну это просто это недостаток мастерства и все. Поэтому мы работаем над этим. Ну, я думаю, ничего страшного нет, моменты создавали. Болельщики могут посмотреть видеоотчет и увидеть, что мы создавали моменты, моменты хорошие. Ну, так иногда бывает в футболе. Те ребята, которых выпускали на замену, как себя проявили? Ожидали от них большего? Ну, несколько человек достаточно хорошо себя проявили, Просветов хорошо вышел. Вот. Но остальным ребятам, конечно же, еще тяжеловато выходить на замену, тем более в таком матче с хорошим соперником. Вы в этом году, в общем-то, 3 крупных победы, ничья. Тут неудача, она чуть-чуть, может быть, даже где-то отрезвит парней? Я не сомневаюсь в этом. Сделаем разбор игры, проведем анализ игры, посмотрим моменты, укажем на ошибки, укажем на положительные качества, на положительные моменты, и будем дальше работать. Как провели эту неделю? Сколько тренировок? В каком режиме работали? Да, тренируемся каждый день, кроме воскресенья. 6-разовое занятие. 2 занятия здесь и 4 занятия на стреле. Провели. С погодой пока повезло, все пока хорошо. Тренируемся. Готовимся к следующему матчу. Уже известно, где и кто, когда? Да, да, в пятницу к нам в гости пожалует команда ПФЛ «Салют Белгород». Игра здесь состоится. А про сегодняшнего соперника что скажете? Ожидали, что будет посильнее или в принципе? Не, мы знали, что у нас все игры проходили и в том году на равных проходили игры. В первом круге мы 3-1 обыграли их достаточно уверенно. Во втором круге тоже играли достаточно уверенно, только на последней минуте, к сожалению, там ошибка. Ну, в принципе, практически такая же ошибка, как сегодня была. Вот-вот, пропустили мяч. Ну, а так, я не могу сказать, что они чем-то сильнее нас. Равные команды, ну, в принципе, я думаю, так и должно быть.